Чувашии создадут филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, которая занимается исследованием сельскохозяйственной продукции. Это позволит товаропроизводителям выйти не только на российские, но и на международные рынки. На встрече с директором ветеринарной лаборатории Романом Рыбиным Олег Николаев отметил, что республика очень заинтересована в том, чтобы филиал здесь открылся как можно быстрее. Это позволит усилить контроль за качеством сельхозпродукции, сократить время доставки проб и собрать всю необходимую информацию о лабораторных исследованиях. Идет подбор специалистов здесь, на территории республики. Определили примерную штатную численность, которая будет здесь находиться в филиале. Ну и, в принципе, буквально, наверное, уже в этом месяце мы начнем текущий ремонт в том помещении, которое предоставили нам территориальное управление, для того, чтобы уже начать организацию и начать как раз вот оказывать ту помощь, которая необходима предпринимать сельхозпроизводителям в крае буквально уже в этом месяце. Это создание дополнительно около 100 рабочих мест, от 80 до 100 рабочих мест. Кроме этого, это около миллиарда рублей, я, наверное, не совру, да? Около миллиарда рублей инвестиций, то есть оборудование. Да, раньше мы анализы сдавали в других регионах, в Нижний Новгород возили, в Татарстан, продукция зачастую портилась. Теперь появится возможность, то есть, во-первых, не тратить дополнительные деньги на всю эту перевозку, и все это можно было сделать быстрее, качественнее.